Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Hills of Steel. Новый усилитель дрон. Вызовите создающий хаос беспилотник с автоматическим наведением и стрельбой. Испытайте дрон, и пусть ракеты посыпятся на врагов дождем. Так, эксклюзивный новый облик. А знаете почему? Потому что игре, друзья мои, исполнилось 4 года. Если честно, я не знал. Я видел эту игру давно, но я не думал, что 4 года ей. Легендарный облик водителя доступен всем бесплатно. Отлично. Ну что же, так, получайте подарки в декабре каждый день. Новые сезонные облики доступны только в течение ограниченного времени. Вот оно что. И первый подарочек у нас. Так, атлас плюс 20 монет. Так, а у нас денег-то маловато все равно, да? Атлас. Вам нравится? Мне нравится, но пока не буду, ребята. Я не хочу просто выходить там еще. А где новый, который нам дали-то? Дрон-то этот. Или это просто беспилотник? Ладно, я возьму опять же свою кобру. Любимую пока. Облик. Где там? Вот он. Возьмем его. Ну и, наверное, вот такой вот я возьму костюм себе. Ну что, друзья мои, погнали. Так, подожди, а мы с тобой что, на событии находимся? Закончится через 2 дня. Ну, погнали, погнали. Как ты видишь, я зарегился, поэтому у меня все топчик, фоточка, все как полагается. Поехали. Надеюсь, у меня здесь... И я на своей тарахтелке, да, против такого бизона. Пулеметчика. На... Куда я там стреляю? Фиг. Попадаю. На, а он, ребят... А он по мне не может, да, стрелять? Потому что он так не может. Он только стреляет по прямой. Все, ему крышка. Это вообще было легко. Ну, согласись. Так, ну что, попробуем с тобой взять топовый приз, который здесь будет. Калининград. Это сразу видно наш. А почему они не носят костюм такой? Не нравится им, да? Давай я попробую так, навесиком. Ух, тихо, тихо. Да ну. Иди ты в пень. Ты прикинь, а. Так, друзья мои, а почему? Я не могу понять, почему у меня не сработал этот, как он называется-то? Точнее, он сработал, но его быстро сбили. Щит-то. Почему такое произошло? А потому что противник, наверное, был мощным. Илья, ну это явно наши ребята пошли. И я со своим никнеймом Моррисон здесь совсем не скажет, какой ты еще Моррисон. Ну и куда ты, парень, поскакал? Что это сейчас? Вот что это сейчас было, ребят? Что это за звуковая волна, которая так шарахнула, не кисло? Ты опять со своей штуки приколюхи, да? Нет, я, конечно, все понимаю, это у тебя огнемет. Нет, ты давай иди сюда. Есть. Все-таки я его подбил. Что-то прыгал, прыгал со своим огнеметом. Ну, как видишь, ни шишерики у него не получилось. Ох, ёк-макарёк, вы серьезно, что ли? Сфига ли вы таких противников против меня выставляете, эй? Я на своем танке здесь чувствую себя нубом просто каким-то капитальным. Нафиг, срочно щит. А ты думаешь, это щит? Этот щит. А что у меня с машиной-то? Почему танк не встает на место? Не, ребят, это бесполезно. Против такого, если я не ошибаюсь, это вообще... А что, если я 3 поражения получу, что будет? Все? Меня скинут? Ну, давай посмотрим, что у нас тут. Ракетник этот тоже не очень мне нравится, если честно. Да ну, с таким уроном, ребят. Ну, что это? Посмотри. Нафиг, срочно щит. Вообще без вариантов, прикинь. Запустить заново. 40... А у меня не получится, ребят. Не дали мне заработать, а?
И денег нету, чтобы прокачаться. Так, ладно. Этот я не хочу брать, этот недоступен. Давай вот этот возьмем. Усилитель. А что это такое? Мгновенно перезаряжает ваше оружие, на некоторое время ускоряет стрельбу. А, вот этот атлас-дрон. Друзья мои, его можно открыть. Давай посмотрим, как он будет себя проявлять. Поехали. Так, тут уже не до события, тут нам надо что делать? Командир, наверное, или как? 2 на 2? А командир это что? А, это же у нас, где базу мы должны захватить. Точно? Точно. Поехали. Ох ты. Посмотрим, что у нас из этого получится. Да. Ну, вроде пока нормально. Там такой кипишняк происходит, посмотри. Да что ты дергаешь этот? Вы сейчас серьезно? Вы вот сейчас это специально так сделали все? Ну, конечно, специально, ребят. Да. Сохранить. Я в шоке. Какими-то обычными танками просто заварганил все. Несмотря на то, что у меня наисильнейшие были, да, скажем так, танки, все равно забомбил. Ладно, давай попробуем еще раз. Да то же самое, что вы мне показываете. Попробуем. Ну, открыли счет, открыли. Ему проще, блин, по нам стрелять сверху. Смотри, что творит. Так, я буду копить монеты. Пускай они сами сюда едут, и мы начнем уже здесь с ними разбираться. Ну! Давай, давай, ребята! Давай, Россия, вперед, матушка. Вот. Наконец-то. Пошли проминать. Е. Фух. Забомбашили все-таки здесь. Так, мы что, заработали на сундук или нет? Или мне показалось? Нет, по-моему, заработали. Ну-ка. Да. Открываем. Окей. Так, ну что, поехали дальше. Таби Моррисон. А, у нас уровень прокачки. Тихо, 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 куда? Вот у нас показан уровень прокачки. То есть этот третьего уровня, да, прокачан. Пошел, 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 шагоход наш. Медленно, конечно, ходит, но тем не менее мы с тобой успели запинать базу. И я получаю сержанта. Так, и, по-моему, еще сундук. Блин, как же мало дают денег, а? Этого не хватает. Этого мне не хватает для того, чтобы прокачаться.
Вот этого можно качнуть, но я не хочу его. А здесь нужно 360 монет. И как это сделать? Никак, нужно где-то монетки зарабатывать. А где монетки зарабатывать? Пойдем-ка попробуем в ПВПшку. Может быть 2 на 2 сыграть? Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Тихо, родной. Не шали. Сейчас, по-моему, доиграюсь. Ты видел вот этот вот щит? Да ну тут. Тут без вариантов, просто прожали. А почему, кстати, дрона не было? Короче, щит это уже, ребят, не то. Это уже не актуально. Поэтому берем атлас и попробуем сейчас с помощью него. Угу. Проверим, как это работает. А что, все что ли? А что так быстро? У меня шлем слетел. Просто мы его не подпускаем к себе и все, ребят. Вот так вот. Издалека на глушняк. Но урон, я тебе скажу, у этого танка вообще никакой. Просто ник. Ох, ё, это что такое? Это что там за чудо? А, друзья мои, появилось. Да хорош. Ну, вот и все. Вот добегался птенчик. Тем более это была девчуля какая-то. Ты видел, там у нее фоточка была. И девчуля такая вроде неплохая. Ну что, получаем сундук с собой? Получаем, конечно же. Так, что нам здесь выпадет? Так, всего лишь 40 монет. Всего лишь 40 монет. Мины. Так, что-то здесь у нас... Ну, тут прокачивать ничего не буду я, да? Мне кажется, не стоит оно того, чтобы здесь вот прокачивать какие-то танки. Может быть, расцветку поменять можно? Ой-ой-ой-ой, 1000. Нет. Поехали тогда дальше. Будем играть, пока нас не скинут. Так, это у нас огнеметчик. Ну, кстати, дрон вот этот, который призывается, он очень, очень круто бомбит. Так, это кто, кто это против нас тут воюет? Я не могу понять. Дрон. Да что ты? Есть. Я уже думал, сейчас прогорим нафиг. Но нет, все у нас получилось. Не, дрон, конечно, шпарит, будь здоров. Я, в принципе, не жалею. То, что мы этот дрон получили с тобой бесплатно. И то, что я его взял с собой. Так, тут одни барханы у нас. Такая местность барханистая, да? Сразу получал. Так, вызываем дрон. Ах ты, гаденыш. Он щит, ребят, поставил. Надо пробивать щит. Ну все, ему тут крышка. Замечательно. Мы звание получаем, да? Майор. Так, там светит нам и сундук, и еще и 10 кристаллов. Еще и этот сундучок скоро откроем. Так, жадность. 1991 года рождения, видимо, да? На 11 лет помладше меня. Давай, дрон. А где дрон-то мой? Вон, он его подбил. Он подбил мой дрон, ребята.
Мне кажется, он как-то отхиливается, нет? Какой там отхиливается, он по мне бомбажит. Ты посмотри, что творит, а? Ух! Ты понял, что он сделал? Он вызвал залп. Блин, с одной стороны, как бы хороший этот танк, с другой стороны, нифига в нем хорошего нету. Какая Катюша, не надо мне никакой Катюши. Не хватает ему, вот урона не хватает. Берешь этот танк, вроде бы все хватает, но ватный. Костов VG какой-то. А, не, Костов GT. Дай-ка я щит поставлю. Видишь, он сюда щит выносит мне. И атака у него в разы сильнее, чем у меня. Но, тем не менее, ребят, я здесь побеждаю. Получаю 10 своих кристалла. И сундук. Так, еще здесь сундук получаю, да? Окей. Ну-ка. Обычный танк, ребята, выпадает. Какой обычный? Баллиста. Обычный танк, баллиста. А почему? Он что, плохой, что ли? Слушай, я даже не верю. Но у него вот такая вот фигня получается, да? Через верх он будет шпарить. Что-то как-то не особо мне заходит, если честно. Можно мне поменять танк? Я не хочу такой. Дайте мне вот мой, где он? Вот он. А из усилителей, может быть... Может, вот это вот? Сбрасывает ракеты, поджигающие врагов. А это что? Наверное, перезаряжает ваше оружие. Так, ускоряет стрельбу. Может, взять это, а? Давай проверим, что это за такой бонус. Что это за усиление у нас такое? Где он там? Ой. Да что ты? Так, ребят, бомбим. По-моему, я вляпался. Вляпался, блин, по самые помидоры, ты прикинь. Мне не понравился наш усилитель. Это какая-то дребудень. Блин, вот здесь бы открыть бы его, было бы вообще круто. У нас нигде бесплатных кристаллов не раздают. Второго уровня. Возьмем. Поехали. Так, кто там Потапыч? Потапыч. И чё, и толку, ребята? Оу, щит. Ну, танк, ну... Ну, чё ты вот вытворяешь-то, дебилыч, а? Все, ребят, не сохранять. Естественно, не сохранять, потому что у меня нету кристаллов. И, соответственно, меня, наверное, скинули, да, до самого первого ранга. Ахталар какой-то. Как же этот танк меня бесит, как он прыгает. Вообще просто. Ну, где там? Ахталар, уходи давай. Он даже не стреляет почему-то по мне. Нифига он стрельнул. Ты сейчас серьезно? Да, ребят. Это трындец. Ну что, давай менять танк. Что делать-то? Давай.
С этим хоть шансы какие-то есть, блин. Прокачать бы его. Но вот против таких, которые подходят к тебе вплотную, конечно, шансов мало. Тут вся надежда только на дрон. Ну давай, подходи. Ну где ты там? Чё ты там не входишь-то? Понял я тебе. Поздно понял. Он нашел лазеечку, где я его не достаю, а он меня просто побил. Все, ребят, мы спускаемся ниже плинтуса. Фейлимся один раз за разом. Потому что нет денег, прокачаться не могу. Вот и все. Ну где ты там? Вообще урон не получает, прикинь. О, ты видел, какую волну он сделал? Что-то прыгает, что-то... Ну ты посмотри, сколько мне нужно в него бомбить. Есть. Чудом, чудом каким-то, ребят, наказал я его. Каким-то, блин, чудом непонятным. Не знаю. Блин. И хочется тем своим танком. Ну, ого-го-го. Что-то мне кажется, ребят, сейчас будет трэш. Ты видел, что он там за аппарат взял? Ну и куда вы полетели, блин? Слушай, он не идет почему-то ко мне. Вот он появился. Я-то думал, там будет трындец полный. Это какая-то Фуфляндия пришла. Быстро мы ее, короче, разнесли. Ну, ты сам видел. Даже ничего не успел сделать. Один раз только молнией бомбануть. Это какая-то машина Тесла. Ох ты. Танкист-снайпер. Ничего себе. Если у него, извини меня, на скин денежка нашлась, то я боюсь, что... Представляю, как он сейчас на прокачке там. Какими-то минами бросается, друзья. По-моему, я приплыл, да? Чуть-чуть не успел, а? Ты прикинь, чуть-чуть мне не хватило одного буквально выстрела. Да дрон, как всегда, подвел, блин. И я зачем-то пошел в линию взрывов, когда он ракеты начал запускать. Зачем я туда побежал? Вот скажи мне на милость. Вот и я не знаю, зачем я туда побежал. Получал? Еще получи. Так, отходим. И еще залпик. Все. Сейчас было хорошо. Блин, мы с тобой туда-сюда мельтешим. И я все никак не могу получить свою награду. Ну тут сундук хотя бы взяли. Слушай, а может быть 2 на 2 попробовать, а? Так, что нам тут выпадает? Нормально. Давай-ка я попробую 2 на 2. Ага. Это враг. А у нас вот такая вот, да? Огнеметчик. Огнеметчик, он вот куда-то побежал, а? Ну куда-то вот побежал. Минус один сразу же. Хорошо ты его. Все, ему крышка, ребят. Есть. Ну, неплохо. Я считаю, ребят, мы здесь справились. Так, давай-ка еще тогда продолжим режим 2 на 2. Так, а у нас обычный танкист. У нас обычный танкист. Так, ну что, вызываем с тобой дрона. Сразу минус один. Вообще в хлам. Так, есть вероятность получить 50 монет, друзья. Надо постараться.
Так, еще сундук большой корячится у нас. Так, ну здесь опять то же самое, да, получается. Два обычных танка, и у нас такой же танк тоже с пилой. Так, куда ты вперед, батьки, побежал, а? Ой-ой-ой-ой-ой. А, все, что ли? Нифига себе, начинающий солдат. Какой нафиг начинающий солдат? Я уже тут чуть ли не элита. Начинающий солдат. Так, 50 монет я зарабатываю. Плюс сундук. И получается, сейчас еще большой сундук будет. Окей. Что у нас тут? Ну, неплохо. А, вот это... а, это прокачка, все, я понял. А на атлас нифига у меня не падает. Прикинь. Не надо мне, зачем? Я его не собирался брать, эй. Какого лешего? Меняйте мне обратно на мой атлас. Погнали. Так, ну что? Ох ты, ну тут посерьезнее уже. Тут танки покрупнее. Поехали. Держись меня, парень. Нет, он все равно бежит, а? Ну, теперь можешь бомбить. Ты будешь стрелять или нет? Выезжай. Есть. Что-то у него реакция запоздала какая-то. Ага. Это не... Мы как раз немцев, ребят, с вами зафигачили. Истинных наших врагов. Так им, паршивцам. Ну что, двигаемся дальше. Набиваем с тобой звездочки на режиме 2 на 2. Поехали. Так, у этих 29 звездочек у всех. У меня только 28. Это нас так порвали, что ли? Сдаться. Ну, что вы делаете-то, эй? Молодец, красавчик. А того сможешь добить? Не высовывайся, только... Зачем ты туда лезешь? Он же сейчас... Вот тебе и крышка. Ой, дурила. Зачем полез туда? И главное, полез и не стреляет. Я, честно говоря, так и не понял, почему нас очень быстро зафигачили. С чего вдруг? Так, у меня 27 звезд. Есть, минус один. И минус второй. Блин, я получу монет сегодня или нет? 50 голды мне нужно. Опять, я уже где-то видел вот такую вот схему. Жирненький плюс дохлик. Какой-то датран со мной вместе идет. Какой-то датран. Андатран, ё-моё. Меня разнесут, где там этот? Вот, ребята, я говорю, и вот из-за таких чепушил, блин. И стоит. Да. Я просто, видишь, пошел вперед, этот стоял сзади. Вообще не прикрывал. Просто не прикрывал. О, вот это уже хорошо. Интересно посмотреть на этот бой. У него ракетница. Есть. Выиграли. Причем так быстро. Одного танка мы сразу снесли. Именно когда я выпускал свои вот эти ракеты, его сразу снесло. Второй там еще что-то повыпендривался маленько, да? Так, ну что? А что еще у нас тут есть? Так, атака Марса. Это приключение, да?
Самоцветная мания. А, здесь я не могу, здесь, по-моему. Угу. Здесь я сфейлился, к сожалению. Я не знаю, откат будет через сколько там, не знаю. Доступен. Если он вообще будет доступен. Один на один. Пойдем с тобой в атаку Марса. Выберем с тобой танк. Наш старенький. Где он? Не это, вот он. Так, усилитель возьмем. Вот так. Поехали. А что мы здесь получаем, я уже не помню. Ой. Да тихо ты. На, ханурики. Блин, щит пробили. Так, двигайся ты, господи, что-то как... Что? Серьезно, что ли? Да ты хорош. Так, босс. Ой-ой-ой-ой-ой. Легион. Легион, друзья мои, вышел. Сейчас залп, да? Никаких залпов. Так, ну здесь мы монетки зарабатываем. Плюс сундучки, да? Звездочки. Значит, сундучки будут. Так, двигаемся дальше. Продолжаем наше приключение. Арктика, что ли, какая-то. Блин. Смотри, что творит, а? Он сейчас прилетит же обратно сюда, я так понимаю, да? Слушай, вы отвяньте от меня, блин. Есть. Катись, колбаска, отсюда. Готов, партизанище. А это что такое? Зашибись. Да хорош вам. Давай, давай, пролетай над гнездом кукушки. На тебе. Кто там у нас босяцкий? Ого. Созерцатель. Да хорош. Хе-хе-хе. Вот здесь буду. На. Мимо. Да ну, созерцатель лопух. Как по мне, вам так не кажется? Так, тут главное хорошечно так зарядить. Да ёпрсты, ну там остался-то один выстрел. У меня щита почти не осталось. Давай. Новое достижение, созерцатель. 2500 опыта, как тебе такой вариантик? Так, и звездочек нахапали. Жжет. Приключение уровень 2. Так, 16 монет, спасибо. Приключение уровень 2. Осада посреди лета. А это что, осада посреди лета? Непонятно, ладно, погнали. Заценим осаду, блин, посреди лета. А, тут монетки можно собирать. Стрелялся? Фуфломицин. На, сидит там в танке, мне тоже. Деловой. Ну кто там следующий-то? Чё ты там притулился?
Так, что-то новое достижение. Второй лейтенант. Ведь ты же не попадаешь по мне, парень. Или попадаешь, непонятно. Строчит куда-то в небо. Ну. Тихо, парнишка, успокойся, пожалуйста. В упоре сейчас стреляем. Так, ну у меня по хпшкам-то все равно, ребята, плюсик идет. Есть. Кто там? Дед Мороз, ё-моё, в танке, армада. Мороз, ты чё, опупел, что ли, совсем, что ли? В танк уже залез. Тебе мало этих, как она называется-то? Твои упряжки оленей. Ты еще решил... Ой, зря ты так решил, парень, сделать. Есть. Все. Повержен босяцкий. Так, второй лейтенант. Как тебе такое, а? Я же второй лейтенант. Так, ну что, пойдем. Опять, ребята, зима. Опять зимушка у нас. Так, давай-ка на разведку потихоньку. Все, стрельнул, отстрелялся свое. Идут архаровцы, сами ползут ко мне. Ну что, все, что ли, больше никого нету? Да быть такого не может. Карамельная душа. Катюша тоже мне. Ты вообще яблоками какие-то бомбит. Или что это? Не яблоки, ребята, какие-то бомбы. Так, еще, видимо, два противника должно быть. Не ощущаю пока их. Выдвигаюсь потихонечку. Ай-яй-яй-яй, шапку мне сбил, гаденыш. Получил? Кто там у нас? Пять армады? Удар грома. Что-то Дед Мороз оборзел совсем. То удар грома, то армада. Трех ударов было достаточно, чтобы его взорвать. Замечательно. Ну что, открываем. 17 монеточек. Так, ну что, друзья мои, давайте-ка мы, наверное, с вами на сегодня закончим, но обязательно увидимся уже в следующей серии. Так что всем пока и до новых скорых видосиков.